Глазками стреляет фотографу. Так, 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 подожди, 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 подожди. Да вот так, вот так как-нибудь, вот так. А теперь... Оно не настраивается. Нет, просто как будто. Руками, руками. Как будто, да. Во-во-во-во-во-во-во-во. Блин, чуть-чуть, чуть-чуть в сторону, чуть-чуть, но чтобы это, чтобы не щурились. Это не блин, это... Вот, 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 вот так. А сейчас чуть-чуть повернитесь. Вот так, отлично. Еще немножко. Еще к вам, да? А на пульте, да. Вот так, а теперь да, на меня. По фэншую. По сторонам света. Чуть-чуть повернитесь. Вот так, да, все. Улыбки. На северный, на восток, на Кузбасс. А мы теперь приехали. Посмотри на свет на лица. Нет, а лица были в тени. Ага. А с вами же бесплатно? Не, что мы фотографируем. Давай, пока. Спасибо. Все, поехали? Можно? Давай, где ты стоишь, где я там тоже. Давай, пока. Петр. Это Гришка. Твои. По центру, между ними. Я закачу, не отвечаю. Что такое, из лицо-то испуган? Так, на меня тогда, да, можно. Гриша. Тогда уже двое, вдвоем делайте. Четыре ручка. Четыре, вот такие вот. Чуть ручку убери, чтобы вот у тебя рука, смотри. У тебя рука просто за шею спрячь. Показываешь, не то. Во, отлично. Клевая лось. Нет, главное, как руководить. На какой? Ну, нормально. Так это олень уже получается. Вот. Ты олень. Гриша, ты олень. О, у тебя еще шарик остался. Виталий, у тебя один шарик остался. О, кстати, а как он у меня остался? Оставь нам, пожалуйста, вон там я синий вижу. Пожалуй, я же его отпустил. Не надо. Я два отрывал, я помню. Кому? Кому, кому? Наталья, Наташа. Ты девочка. Папа, давай. Видишь, скажи, у меня брючки так пойдли. А он, да, шел. Поехали. Сколько лет? 3 года? Даже 4. А, Жень, возьми шарик какой-нибудь. Можно этот, можно вон там какие-то. О, вон. Хорошо, давай. Это, по-моему, отрезать проще. Ну что, надо на работу? Я тоже так думаю. На работу-то никто не заменял, полшестого. Однако. Я опять обещал вернуть. Ты отсюда знаешь прямой путь? Я тут редко бываю. Ну вот сейчас сверху и там куда-нибудь набьем. Ох ты, какой ножик там взял! Ну... Они ж так отрываются. Да? Да. Опа, осторожно, подержу. Эти штуки. Я хочу их распугнуть, красный шарик. Они...
Интересно, как на моноглифе будет красные и зеленые шарики. Если на красно-синем моноглифе. Хочешь ножик облизать? На нем полкило торта. Да, они меньше. Короче, дети, поехали, я за ними. А, давай. Ладно, давай. Спасибо, что приехал. Пока. Вот я видео в тему выложу на Виловенске. Давай. Ну, если ссылку, по крайней мере. Выложу у себя дома. А что-то будет по объему? Уже порядок. Ну вот 3D точно не больше гига. Сколько на флешке, да. Пережать, все. Пережать, кто-то порывает. Не, ну пережать жалко. Не, все равно придется вместе монтировать с двух камер. Ну понятно. А, нет, 2 гига тогда будет. Ну сейчас с нашими скоростями интернета мне уже многие фильмы гораздо выгоднее скачать, ну или проще скачать с торрента, потому что все время запущен, чем запускать P2P клиенты с Академорга. Столько же получается по времени. Ну мне-то на работе халявы, надо поставить.